представляешь, во времени суток. Я Светлана Туарте, основатель Академии практической парапсихологии «Эротрон». И я хочу пригласить вас на наш вебинар, который называется «Сущности, духи, подселенцы и ритуалы изгнания». Слушайте, вообще экзорцизм и ритуалы освобождения от подселенцев – это одна из, конечно, таких самых опасных магических работ, самых сложных магических работ, которые требуют очень качественной профессиональной подготовки, внутренней силы, связи с высшими иерархами для того, чтобы быть в безопасности. Но на самом деле это не такой уж часто редко встречающийся запрос, потому что, да, если вы занимаетесь чистками, то вы знаете, люди с этим приходят, и нужно знать и уметь, как это делать. И здесь, конечно, такие две краеугольные вещи. Первое – это быть защищенным, потому что любая лярва, сущность всегда пытается перейти на что-то. И в этом нет ничего страшного, если ты знаешь, как это сделать. Да? Моей речи сейчас вовсе не преследует напугать вас, а наоборот, сделать вашу работу максимально безопасной. И мы расскажем, покажем и научим вас, как сделать так, чтобы вы были в полной безопасности. Дальше. Справиться с этой самой лярвой и сущностью. И здесь важно определить ее иерархию. Все-таки кто это и что это. Может быть, вам просто надо клиента отправить к психотерапевту, и он будет главным экзорцистом. Да, но если все-таки это магическая тема, то она очень-очень тонкая, важная и требует специального знания. Вот, собственно говоря, об этом будет вебинар, на котором мы очень конкретно и точно покажем, как это делать, как правильно выстраивать ритуальную технику, что требуется от мага, как работать с клиентом в этом случае, куда девать этого демона или лярву и как от них избавиться. Но, в общем, на самом деле вебинар серьезный и очень профессиональный. Так что до встречи.